Всем привет, чувачки, с вами MilScale. И на своей страничке ВКонтакте я сделал пост, куда вы мне задавали разные вопросики. А я должен буду на них отвечать. В общем, вопрос-ответ 10. Поехали. Ты читаешь фанфики? Лучше бы я этого не делал. И он вставляет этот огурец прямо Жене в жопу. Что бы ты делал, если твоя сестра переедет жить с тобой вместе в одну комнату? Я сожгу эту комнату. Без шуток. Ты до сих пор встречаешься со шваброй? Да, мы до сих пор вместе. Если бы была у тебя возможность выбора по всему миру, кого бы ты пригласил на ужин? Но я на самом деле пригласил бы Бога. Вот такой вот я. Если бы у тебя появился шанс снять свой фильм, о чем бы он был? Если бы у меня реально был шанс снять фильм, это был бы супергеройская мелодрама с боевиком и с детективом. На самом деле я снял бы «Защитники 2». На самом деле я снял бы «Викинги». На самом деле я бы не снимал бы фильмы. Смотрел ли ты «Скам»? Я как сейчас помню, как включил «Скам». Что это было? Что? И после этого я его не включал. У тебя дома есть привидения? О чем думаешь перед сном? Может сходить пожрать. Хочешь сняться в клипе у Хованского? В смысле, я так-то там снимался. Кто из них может быть на месте босса? Что ты жрешь и не толстеешь? Мультики или YouTube, или то и другое? На самом деле мультики. Твое мнение про дружка? По-моему, дружко очень классный тип, и мне безумно нравится каждый его выпуск. Он очень странный, и поэтому я жду каждое воскресенье, когда будет новый выпуск. В каком классе ты был отличником? Или в каких? Отличником. Как ты разыгрывал Настю? Один раз я притворился мертвым. И она такая подходит ко мне. Антон не дышит, что делать? Что делать? А я такой. Бэ! И после этого она никогда не верила, что мне плохо. Чем отличается правый носок от левого? Я скажу это только вам, по секрету. Только он не теряется. Как ты думаешь, каким будет мир через 100 лет? Я очень часто думаю, какой будет мир через 100 лет. И как по мне... Блин, я забыл свою мысль. Ты разговариваешь со своими волосами? Если бы их можно было уговорить, чтобы они были нормальные, я бы с ними общался. Давай, укладывайся. Давай. Пошел в жопу. Покажи свою самую позорную фотку. Прости, я улетаю. Представь себе, что ты стал девушкой, твои действия, реакция, мысли. Сиси. На самом деле, я был бы очень красивой девушкой. You're beautiful. Представь, что Настя не сестра, а брат. Это намного хуже, чем сестра. Это он бы за мной вещи донашивал. И мои вещи носил. А, в принципе, Настя то же самое делает. Все нормально, все осталось бы так же. Были страхи в детстве? Если да, то какие? Я безумно боялся пауков. Эти твари вообще ныкаются везде. Хотел бы себе домашнее животное. Настя не считается. Я не знаю почему, но по странным причинам у меня все животные умирают. Настя выживший. Часто лазишь по деревьям? Довольно-таки часто. Мне очень нравятся твои видео. Вопрос, ты когда-нибудь думал о самоубийстве? Мне дико приятно, что тебе нравятся мои видео, но почему ты желаешь моей смерти? Что я сделал не так? Кто чаще тебе готовит, мама или Настя? Я сам себе готовлю. Правда, бутерброды. Как зовут твою рыбку? Как вам сказать, вот 3 недели назад я себе купил 3 рыбки. И подумал, лучше пускай они поживут у Насти. Рыбки опять у меня умрут. На этот раз я купил 3. Подумал, ну хоть одна-то точно выживет. Отдал их Насте. Приходит ко мне через неделю такая. Антон, а у меня рыбки умерли. Я такой, все 3? Она, да. Я не понимаю, почему у нас рыбки не живут. Мы их кормим, мы меняем воду. Они умирают. Ладно, чувачки, но если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписываемся на канал, вот этот кружочек. Ну а с вами был MilScale, всем удачи, всем пока. Люблю вас, чувачки. Пока-пока-пока.